Друзья, всем привет! Хотел бы поговорить по поводу гарантийного обслуживания профессионального оборудования, что касаемо кухни больше всего, потому что к нему больше всего вопросов возникает. Когда вы приобретаете оборудование в свой ресторан, столовую или кафе, неважно, то у вас уже должен быть заключен сервисный договор на обслуживание этого оборудования. Это будет делать или компания, которая вам продала оборудование, либо подрядная организация, которая непосредственно занимается сервисом. Чтобы обращаться к продавцу потом с вопросами о поломке или замене или ремонте оборудования по гарантии, у вас должно быть заключение сервисной компании о том, что это была поломка по гарантии. Тогда будет ремонт за счет завода, за счет вашего поставщика. Если же нету такого сервиса, то завод отказывает в гарантийном обслуживании. Потому что это профессиональное оборудование, оно должно обслуживаться раз в месяц, раз в 2 месяца. Должен приезжать специалист и заниматься проверкой на работоспособность. В индукционных плитах продувать вентиляторы, смотреть проводку, в холодильниках то же самое, фреон проверять и все остальное. Поэтому, когда вы обращаетесь, купили штучный товар у нас или неважно у кого, и говорите: ребята, приедьте нам, у нас тут сломалось, это не работает так. Вы должны вызвать специалиста. Он приедет платно, скорее всего, если вы не стоите на обслуживании. И возьмет за это деньги для того, чтобы делать заключение. Это везде так работает. Это не разовая ситуация. Бытовое, да, может быть, вы там отвезли в сервисный центр куда-то. И вам его, возможно, отремонтировали, либо сказали, что это не по гарантии. Если же это не гарантийный случай, соответственно, вы платите сервису, который приезжал. И запчасти меняете за свой счет. Поэтому тут все честно, все справедливо. Спросите у любой компании, у нас точно так же, как и у всех, гарантия или ремонт наступает только после заключения, еще раз повторюсь, сервисной компании, либо в штатного вашего сотрудника, который обучен и имеет специализацию, либо организация непосредственно подрядная. Поэтому, пожалуйста, следите за оборудованием, нанимайте заранее, подготовьте. Это не так дорого стоит, зато будет работать и не будет вопросов. Сервисную компанию. Поэтому желаю всем меньше поломок и больше производительности.